Рада, рада вас приветствовать на своем канале, мои дорогие подписчики и зрители. Подготовила для вас не только информативное видео сегодня, но еще и очень красивое, весеннее. Несмотря ни на что, праздник не за горами. И, конечно же, для многих он ассоциируется с цветами, а точнее с тюльпанами и мимозами. Я сейчас говорю о цветах, идущих на срезку. Свой мониторинг я начала с магазина «Лента», поскольку именно в эту сеть уже стали завозить цветы к празднику. В этом году раньше как никогда. Съемку я сделала 2 марта, и, как видите, тюльпанчики уже на месте. Приехали они к нам из Нидерландов, по крайней мере, крупные букеты точно. Урожай 2022 года. Срезаны и расфасованы цветы в конце февраля. Ну и рассмотрим повнимательнее цветочки. Тюльпаны пока еще свежие, цветовая гамма широкая, больше, конечно, красных, желтых, оранжевых цветов, а по чуть-чуть белых, пурпурных, бело-розовых. Есть цветы с крупными бутонами, есть с мелкими, как, например, белые. Их даже не увидеть среди всех остальных. Вот такие букеты по 5 штук стоят 280 рублей. Это оранжево-желтые, просто оранжевые и густо-розовые тюльпаны. Букеты же по 11 штук стоят 530 рублей. Это вот такие лимонно-желтые тюльпаны яркого, солнечного, теплого цвета. Вот такие розово-белые букеты. Двадцать пять штук тюльпанов будут стоить 1100 рублей. Эти букеты, конечно же, отличаются своим объемом и смотрятся прекрасно. Но посмотрите, какая роскошь, какая красота. Кому бы не хотелось получить такой букет в подарок. А вот еще один монобукет с красными у основания лепестками и желтыми на концах. Форма бутона здесь не округлая, а вытянутая, и букет выглядит иначе, но по-своему не менее по-весеннему трогательно. Особенно красиво выглядят букеты из разноцветных тюльпанов. Точно не скажу, но у меня было ощущение, что стоили они подороже, рублей на 200. Друзья мои, на сегодня у меня все. Продолжение обязательно следует.